Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей, и я фишмонгер компании Джон Дори. И сегодня мы поговорим, как правильно есть устрицы. Никаких больше опасений, косых взглядов и неловких моментов. Первое, с чего надо начать, надо проверить, жив ли моллюск. Аромат должен быть ясным, без посторонних резких нот, вода прозрачная. Коснитесь кончиком ножа мантии. В ответ она должна сокращаться. Тишина на площадке. Слушать устрицы бесполезно, пищать они не будут, им просто нечего. Лайфхак. Для того, чтобы устрицы не ездили по тарелке, часто используют соль или лед. Для того, чтобы съесть устрицу, нам надо ее подрезать, то есть отделить от раковины. Суть в том, что моллюск крепится к раковине мышцей. Подрезать ее можно сразу, как только открываете. Важно, ее надо съесть в течение получаса. Очень важно, что надо ее съесть в течение получаса после открытия. Также устрицу можно подрезать самостоятельно во время дегустации. Просто отделите моллюск от раковины вилкой. Только прошу, не накалывайте ее и не разрезайте. Он нам нужен целый и невредимый. Аккуратно переверните. Проверьте, нет ли ничего постороннего. Возможно, осколков раковины. Больше прибора вам не понадобится. Жидкость внутри раковины выливать не нужно. Это вторая вода, которую мы выпиваем вместе с моллюском. Первую мы слили, когда открывали устрицы. Такой шот имеет характерный вкус и может многое рассказать о регионе происхождения. Образно говоря, глоток моря на вкус. Лайфхак. Первые устрицы не рекомендую заправлять лимонным соком или соусом. Чтобы почувствовать ее натуральный вкус и понять разницу между стилями афинирования. Это уже съемка идет? На эту? Вторую и последующие устрицы, а мы знаем, что больше дюжины есть не очень, попробуйте с небольшим количеством сока лимона или соуса. Заранее все устрицы заправлять не стоит. Добавляйте индивидуально, непосредственно перед моментом X. Но не увлекайтесь, устрица не должна утопать в дрессинге. Обязательно жуйте. Так вы освобождаете насыщенный вкус, который находится в теле моллюска. А после того, как вы съели, переверните ее вверх ногами и положите на тарелку. Так все поймут, что вы закончили. Что делать, если устрица вам показалась чересчур соленой? Не спешите ее вычеркивать из своей жизни. Добавьте небольшое количество сока лимона. Кислота нейтрализует соль. Если вы едите устрицы впервые и вам не понравилось, не стоит ставить на этом крест, ведь жениться можно и второй раз. Устрицы можно запечь под сырной корочкой, с беконом или с трюфельным маслом. У вас нет шансов остаться равнодушным. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и влюбляйтесь в устрицы.